Всем привет, меня зовут Аня Шевцова, и вы на канале Журнал Киношника. В этом выпуске я покажу, как мы делали тесты проекционных панелей. Здравствуйте. Приветики. Мы сегодня делаем тест проекционных панелей. Вот эта вот вся стена — это огромные панели. Это наш оператор. Сейчас еще раз посмотрим. Хорошо. Это ребята, которые занимаются этими проекционными панелями. 5 секунд можно включить? Включить или выключить? Ну, выключить, включить. Сейчас, одну секундочку. Ну, давайте, да. От себя не видишь ничего? Выключайте. Сейчас, я что-то кое-что забыл. Можете сейчас этот кружочек, который следит за нами, сделать его другим цветом, чтобы мы его более точно видели? А вы еще раз, какой кружочек? Ну, вот мы видим экран, который следит за нами. Ну, типа вот этот вот? Да. Это окошко рендера. Рендера, сделайте его другим цветом. А, вы хотите прям... Зеленым его сделать? Я могу сделать его сразу синим. Синим. Хорошо. Сейчас я пока оставлю. Фокус на передний план. У нас оператор прямоугольник называет кружочком. Это будет долгий проект. Прицел, фокус. Нет, весь жир вот этой модели, вот этой кабины, он только в изменении цвета. Да. Как только он начинает меняться, он начинает проявлять свой характер, текстуры и так далее. Давайте поставим вот эту панель вот сюда. Кубики, смотри. Ребята, мы Мишу потеряли. Смотри, я там вижу три точки. Синюю, красную и зеленую. Всего лишь три точки здесь. Синий, красный, зеленый. Андрей, помочь как-нибудь, говорю? Морально как-нибудь. Молодец, ты дальше. Покидайте текст, типа, Ань, ты же умеешь текст кидать? Ну, типа, там, вправо, влево, там, вверх, вниз, чтобы реакция была невыдуманная. Посмотри прямо. Гриш, выровни. Сейчас, погодите минуту. Если надо, мы можем на камеру. Не пишем? Давайте. Давай на камеру включи. Не, подождите, там сейчас. Ну, там просто... Может, лучше сразу на него шлем виртуальной реальности? А, так я пройду. Друзья, новую. Так, смотри, перчаточки. Угу. Наклоняй голову как можно. Еще, смотри. Шлемик. Не нужен? Чего? Шлем? Нужен? Ну ладно, не нужен, сказать. Тогда очки тоже эти не дам. Да нет, я просто... Можно я так? Так, это будешь стрелять. Буданова. Ты будешь Буданова. А, ну что, ребят, давайте опускать камеру. Подожди. Опускаем. Туютно, кстати. Стоп. Что, стоп? Офигеть. Ну, очень... Еще немножко и голова. Либо надо подвинуть. Подождите. Теперь нам надо сдвинуть всю историю или тебя буквально вот настолько. Да ладно, у меня прям в нос. Ну ладно. А тут дальше не отгибается, да? Это что? Пока не отгибается. Ты эти отражения хотел, я все вижу. Давай хотя бы так. Да, конечно. То есть мы планировали вот здесь потом вырез сделать. И Ронин полностью может функционировать, ему точно сделать. Свет пошел. Свет ушел. Ты ж сам тут озвучил, что ты сын кого. Так что терпи. Только все думают, что это какие-то плюсы приносят. Кристина, расскажи-ка мне, как на пилотаже не надо резко рычагом рулить. А, все, мы договорились с Кристиной, Антон. Хорошо. Переключай газ. Ногу убери. Я не могу его убрать. А попробуй посмотреть как бы на пол. Ну, максим, вот какую-нибудь крайнюю точку, типа вот. Он смотрит вниз. Вот. Есть же, да, тем такие? Вот. А, нет, за борт. Вот. За борт. Ага, вот она. Да, нет. Норм.
Я не могу ничего на приборной панели потрогать, мне до нее никогда не дотянуться. Ну я дотягивался, Вань, все, все круто. Мне не надо ничего трогать на приборной панели. Облегченный вариант. Это очень жарко. Облегченный вариант одежды? Не меховой, чтобы он внутри был. Ну, сделать здесь, оставить. Вот это, в общем, подкладку убрать. Уберите черные, да, точки. Все, летим, ждем изменения неба. Как будет изменение неба, солнце уводим в землю. Приготовились? Уводим. Выше, 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 Миш. А давай еще ниже, ниже солнца. Правильно стоит он, все? Да, ну как, вот да. Так будет солнце уходить. Так, а как же будет приходить? Вот так будет приходить. А еще контролей забить. Мне кажется, это очень похоже. Похоже, похоже. Так у него, Миша, у нас, Миша прав, что у него мало... Просто у нас небо не очень корректное. У нас кусочки полезного неба очень маленькие. Да. На самом деле, для подсъемов миниатюры можно много неба делать. Да. Делать его больше там деталюшек. Да, 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 да. Как у тебя в твоей сцене. Прям, у меня прям в моей вот сцене, да. Чтобы такое аж... Да, да, да. Ой, отличный аватар, конечно. Да вообще не говори. С вами был канал Журнал Киношника. Ставьте пальцы вверх, но и вниз тоже ставьте. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо, смена окончена.